Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Ну, понятно, понятно. Здравствуйте, Коксик и Веснушка. Привет. Здравствуй и до свидания. Почему это до свидания? Ну, потому что я ухожу. А все, что я выучила, ну, про природу, я Коксику рассказала. Да-да-да, я теперь тоже знаю, что ветер на улице или облака на небе называются явлениями природы. Правильно. А какой природы? То есть как-то какой? Да ничего я не забыл. Неживая природа – это облака, вода, камни. А живая – это звери, птицы, растения. Ну, в общем, все, что может двигаться и кому нужна еда. Вот, а если облакам и ветру еда не нужна, значит, они относятся к неживой природе. Вот так-то, Шунь. А явление живой природы – это например, когда листья на деревьях становятся желтыми. Верно, друзья. Всем добрый день. Здравствуйте. Добрый день. А известно ли вам, дорогие любители природы, что некоторые явления природы мы с вами не всегда можем заметить сразу? А о чем это вы? Ну вот, например, температура воздуха. Ведь ее на глазок не определишь, правда? И точно, иногда бывает совсем непонятно, тепло на улице или холодно. Да, и поэтому не знаешь, как на прогулку одеваться. Подумаешь, тоже у меня проблема. Можно выбежать на улицу, постоять там немножко, и сразу будет ясно, что надевать. Я, между прочим, так и делаю. Но мне кажется, что выбегать на улицу – это не самый удобный способ. Проще всего посмотреть на градусник, на тот, что измеряет температуру воздуха на улице. А он не ошибается? Ни за что. Смотрите. Видите шарик на конце трубочки? Ага, а в нем водичка. Ну, это не совсем водичка, а специальная жидкость. Если на улице будет тепло, то она побежит вверх по трубочке. Ой, смотрите, смотрите, она вверх побежала. А если вдруг холодно станет? Тогда жидкость начнет опускаться. А сколько градусов на улице? Ну, все равно непонятно. Да. Так вот, чтобы узнать, сколько градусов на улице, трубочку прикрепили к специальной дощечке. Так, а зачем же на ней вот эти... черточки нарисовали, а? Каждая черточка показывает 1 градус, чтобы понять, сколько градусов около делений написаны цифры. Так, а почему 0 в середине? Странно. Но все же знают, что 0 – это ничего. Раз 0, значит, никакой температуры нет. Ничего подобного. У 0 на градуснике особое положение. А-а-а, поэтому он в середине стоит, да? Да. Дело в том, что цифры, написанные выше него, показывают, сколько градусов тепла, а те, которые написаны ниже, сколько градусов холода. Получается, когда 0, то это не тепло и не холодно. Вот и нет. 0 показывает одну очень важную вещь. Когда на улице бывает 0 градусов, то в это время вода превращается в лед. Вот это да! Значит, как только увидишь на улице лед, сразу можно сказать, что там 0 градусов, да? Или еще холоднее. А если лед тает, значит, становится теплее. Ну, конечно. И это нам подскажет... градусник! Верно. Смотрим мы в окно с утра, что там холод или жара. Интересно за температурой наблюдать. Я теперь всегда за ней наблюдать буду. Вот и отлично. На этом мы закончим наш урок. До встречи, юные любители природы.